Несмотря на объявленное властями Венесуэлы освобождение 25 студентов, задержанных в минувшие дни за участие в беспорядках, в пятницу вечером в центре Каракаса снова собрались сотни человек. Они попытались перекрыть основные городские магистрали, но силы правопорядка разогнали собравшихся, применив слезоточивый газ и водометы. Студенты требуют отпустить оставшихся 70 человек, задержанных на этой неделе за участие в акциях протеста, а также положить конец полицейскому насилию. «Мы требуем права проводить наши мирные акции на площади Альтамира, но нам не дают этого делать», — говорит этот студент. В ответ президент Николас Мадуро заявил, что не позволит никому перекрывать дороги, и представил план по борьбе с насилием в стране. Он предусматривает усилить полицейские патрули и начать разоружать население. Ранее президент заявил, что беспорядки, начавшиеся в Каракасе и провинции после манифестации студентов, направлены на свержение правительства. В субботу власти Венесуэлы призвали сторонников выйти на улицы. Акции в поддержку политики Мадуро и против нее прошли и в столице Аргентины.